Еще раз всем здравствуйте. Показываю вторую часть подготовку ко школе. Это у нас все мы подготовили Свете ко школе. Но тут положила она в портфель, сами необходимо. Потом будет еще из ящика брать. Из ящика я вам покажу, что у нас вообще там есть. Сейчас посмотрим, что у нее в портфеле. Первое, купили вот такой портфель. Да, у нее тут 4 отдела. И сейчас посмотрим, что у нее по отделам лежит. Давайте буду доставать. Первое это карандаш, точилка, линейка, обязательно маска. Маска нынче у всех, на, прибери в пакетик ее. Потом дальше текстовыводители. Корректоры, текстовыводители. Все, мама заговаривается. Дальше еще текстовыводители. Циркуль, ручка, текстовыводитель. Сейчас посмотрим, что у нее там еще. Ластик. И все. Ластик. Закроем пока, потом покажу все вам на полу. Света красиво разложит и покажем. Дальше. Прошу извинения. Дальше, дальше. Здесь у тебя что-то есть? О, есть. Здесь у нее линейка на 30 сантиметров. Давай я вот так положу. Дальше. Ты что у тебя? Обложки. Набор обложек для тетради. 20 штук в упаковке. Покупала я их в фикс прайсе. Очень выгодная цена получается. Дальше. Ты что у тебя? Дневник? Дневник вот такой вот с космонавтом почему-то выбрал. Он там такие остались. Да. Да. Вот такие вот магнитные закладки с лисичками. Света у нас обожает лисичек. Вот такие закладки. Еще что-то есть тут? Все. Вот такой второй отдел. Так, где у тебя третий отдел открывает, Свет? Помогай. Вот. Замок. Замок у тебя, как всегда. И сейчас посмотрим, что уже у нее в третьем отделе. Первое, что я вижу, это альбом. А что ты с лисичками не взяла? Ну, такой вот альбом, он толстый. 40 листов, да, в нем. Дальше. По технологии. А, это по технологии, это с того года у тебя осталось. Что тут у тебя? Вышивка. А что она такая? Это какая-то странная. Дальше. Это дневник у нее с того года остался. Люблю школу без буквы Ш. И с того года дневник остался. Но она, по идее, новый на этот год тоже взяла. Так, тут тетради и все там больше. Да, у тебя? Показываю, какие у нее тетради. Вот такая вот тетрадка. Это у тебя что, в клетку? Угу. В клеточку. А, в линейку что не брала? Не знаю. Там тетрадка. А нету толстых в линейку? Надо покупать еще. Ну, значит, скоро пойдем в магазин покупать тетрадочки. Кофейная. Кофейная мне очень понравилась. Красивая. Зайкой. И вот такая вот. Все? Угу. Что ли? В заднем отделе у тебя что-то есть? Нет. Нету ничего. Там будет у нее для обуви и для всего остального. Сейчас давай помогай мне открывать ящик. Попробуем поискать. А, по идее, вот здесь вот все остальное. У тебя какие предметы, Света, будут? Технология, история, да? Там все, тоже да, надо будет. Да. А почему нету в линейку? А, Илья, наверное, все в линейку забрал. У нас тонких очень много, а толстых мало. Хотя у нас младших классов мало, а больше старших. Подожди, не трогай. Это я достала всю цветная бумага, цветной картон, всякое такое. По идее, альбомы у нас вот, видите, все альбомы. Я потихоньку все равно еще покупаю, чтобы запас всегда был. Альбомов хватает. Там у нас дальше идут концтовары, это тетради, вузкую линейку всякие. Вот там вот альбомы, дай сюда. Там с лисичкой, посмотри, какой альбом красивый. А что ты с лисичкой не хочешь? Ты же любитель лисичек. Альбомы вот сюда должны лежать. Это у тебя старые тетрадки? Они тоже будут использоваться. Подними, пожалуйста, вот эти вот все тетради. Я хочу туда цветную бумагу положить. Тут у нас цветная бумага еще есть. Мелованная бумага еще цветная. Давай вот эту тоже туда положим. Так, чтобы было все вот так вот. Здесь тебе больше ничего не надо. Там, да, там все тоненькие. Ну, тоненьких много, надо общие покупать. Давай закрываем тогда. И теперь полезем.
верхний ящик. Подожди, я сейчас штатив через ставлю. Так, теперь давай смотри, Света, что тебе здесь надо будет еще. По мере необходимости, когда ты будешь учиться. И показывай нам. Палитра. Там гуашь, мы только гуашь. Гуашь у нас две пачки. Есть цветные ручки, карандаши, тут, по идее, маркеры. Там в папке что у нас? А, кисточки, да. А где мы последние кисточки, которые покупали у нас? Вот там вот, да, у нас? У нас были кисточки, но мы про них забыли. И купили такие еще две упаковки кисточек. Ну, по идее, у меня 5 учеников, поэтому кисточек много не бывает. Так, тут циркуль. Ой, не циркуль, а этот степлер. Что тебе еще надо будет? Не проливайка. Ну, по идее, по мере необходимости они будут брать всегда вот из этого ящика. Тут также у нас вот в коробочках лежат тексты-выводители. Есть еще и желтый, синий, зеленый, розовый. Здесь еще синий есть, корректоры еще немножко осталось. А где-то еще были большие? Или большие? А, Ильюша забрал, да? Илья с собой забрал. Краски есть, гуаши есть. Пластилин у меня тоже, ребята, весь есть. Карандаши акварельные разные есть. Тут вообще всякие разные есть, да? Еще такие даже есть. Поэтому как бы запас с этим у нас проблем пока нету. Что надо будет, постепенно будем докупать. Мы только то, что не нашли, это подставку для книг, да? Угу. Мы ее пока не нашли, потом найдем, купим. Также здесь еще пластилин есть. Поэтому к школе, по идее, готова. Сейчас покажу вам то, что мы собрали Оксане к 1 сентября. Она идет у нас в первый класс. У Оксаны на 1 сентября мы покупали ей вот такой портфель. Представьте, этот портфель провисел 1,5 года, дожидаясь Оксану. Оксана каждый раз, когда в магазин заходила, говорила: «Мама, я его хочу!» Я говорю: «Ну вот если он до твоего 7-летия доживет, значит купим». И он дожил, представляете, никто его не купил. Вот такой вот портфель она очень сильно хотела. Теперь мы будем открывать и доставать все, что у нее там есть. Первое, это пластилин, она его тут уже немножко пользовала, но ничего страшного. Дальше. Светочка, доставай мне дальше. Дальше у нее вот такие вот закладочки. Она себе почему-то такие выбрала. Дальше. Вот такой вот дневник она себе выбрала с бабочками. Краски, которыми она уже немножко порисовала, но, по идее, у нас в запасе есть еще новые, ничего страшного. Вот такие вот наклейки на тетрадки. Дальше у нее будет 2 клея. Ой, извиняюсь. Тетрадки у нее будут в узкую линейку и в клеточку. Обычные, простые, зеленые. Для первого класса это вполне нормально. Дальше у нее будут счетные палочки. В первом классе у нас в школе просят такие счетные палочки. Также у нее будут алфавит, гласные, согласные и цифры. Света, сделай обратно на резиночку. Также у нее будет цветная бумага. Двухсторонние. Выбрала она себе вот такой вот красивый альбомчик со смайликами для рисования. Так, папочку пока отложим. Потом цветной картон. И у нее вот такая вот папка для труда. Она выбрала почему-то такую. Хотя я разные взяла. Тут 2 отделения. И также можно приделывать ручки, карандашики и все остальное. И вот такой вот у нее пенал. Пенал этот ей прислали из Германии. И вот такой вот пенал. Сейчас покажу, что у нас в пенале. На первой странице у нас фломастеры идут, карандаш, ручка, точилка. Дальше здесь пока она еще ничего не ложила, но потом постепенно будет ложить. Здесь у нас цветные карандашики, линейка, в кармашике у нас ластик. Вот так вот пока мы ее собрали. Еще надо положить будет ей сюда ножнички. И все остальное. Вот такой вот пенал. И хотела сегодня, многие спрашивали, сделали ли мы альбом в садике. Да, вот такой вот у нас альбом в садике. Был как бы выпускной, но выпускного самого такого не было. Просто детям вручили альбомы и подарки.
Вот это вот моя Оксенька. И сейчас я вам покажу. Это вот юные воспитатели. Очень хорошие воспитатели, вообще нравятся. И юная группа. Альбомчик хорошенький, качественный. Ребятишки все замечательные. И вот грамота. Вот такая вот у Оксеньки грамоту ей такую вручили. И тут еще есть пустые файлики. Будет Оксана в школе зарабатывать свои грамоты и будем туда влаживать. Вот такой вот у нее все собрали, то, что мы ей к школе. Пишите ваши комментарии, что еще не хватает на ваше усмотрение. Ну, а мы потом постараемся все это еще дособирать, докупить. И сейчас у нас будет портфель собирать кто? Маша, да? Сейчас соберет Маша, и мы вам покажем. Сейчас соберет Маша еще свой портфель. И я вам покажу. Портфель мы ее настираем, поэтому без портфеля все покажу. Портфель у нее старенький. Ей мы нынче не покупали портфель. Ей надо будет еще покупать портфель. У нее есть старые, но она уже не хочет, ревет, хочет, говорит, новый, поэтому я ей куплю потом новый портфель. В город поеду и возьму. Сейчас она соберет, покажет, но по идее вы видите все товары, какие у нас есть, но она выбирает себе отдельно. Маша в пенале, смотри, чтобы все нормально было, дневник, папка, все остальное. Так, вот что насобирала себе Маша. В первую очередь, это 5 тетрадок в клеточку, 5 тетрадок в линеечку. Это пока на первое время, потом она из комода возьмет все, что ей надо. Палитра. Альбом она себе выбрала вот такой, который мне тоже очень нравится. Да, Маш? Дальше показываем. Это у нее для талончиков пенальчик маленький. Конечно. Надо всем такие, кстати, пенальчики заказать. Циркуль, маска обязательно, закладки, которые нам подписчицы наши дарили. А ты магнитные себе взяла закладки? Да. Вот такой вот дневник у нее с 1 по 4 класса. Дальше. Доставай, Маша. Блокнотик у нее для записей всяких. Бывает, что-то вот маленькие записывают, и ей тоже на. Потом вот такие вот магнитные закладки. Папка для труда, да? Давай сюда концтовары ложи. Здесь у нее клей, линейка старенькую. Маша, вот эту вот выкинь линейку и возьмешь новую линейку, потому что там ничего не видно уже у тебя, хорошо? Дальше здесь что у нее есть? Здесь у нее есть корректор. Текстовыводитель, простые карандаши, цветные карандаши, ручка, точилка, ластик. Ну и тут карандаши и всякое такое. Сейчас Маша себе маленькую линеечку еще достанет, чтобы у нее было. Вот такой вот Маша собрала себе в школу. Ну это на первое время, потом будет все они постепенно брать. Так что пишите в комментариях, что вы еще докупили своим детям ко школе. Или что не докупили. Да, вот Маша себе линеечку выбрала. И ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока.